Всем привет! И мы сегодня будем играть с Глебом в ПБГ. У меня много видео уже с ПБГ, но все они какие-то не такие с Глебом. Просто оно полубеззвучное. Поэтому я его не стал выкладывать. Ну а мы идем в бой. Так. Так что заняли 7-е место, а потом 16-е. Нам надо занять 1-е. Как я на ваших глазах и делал. Пропрыгаем костюмчик. Вообще я туда легко прыгаю, но вот иногда запариваюсь, и поэтому извините меня, если... Я говорил, что я на камеру нуб, в принципе, а вы мне, скорее всего, не поверили, потому что я занял 1-е место. Но 1-е место это еще не опровержение тому, то, что я не нуб на камеру. Чё, вот оно не прыгнуло. Ты дебил. Пиши. Он, походу, что-то пишет. Папа, папа, папа. А чё? А, ну мы с ним в ПБГ в сюжетку играем, и я типа там папа. Но вы не обращайте внимания, он просто дебил. Засратый. Плутку заменив на мем. Блин, я только одно заменил, капец. Ну, нифига, я хочу красненький самолетик. Нет, такой вот достал уже. Ну, каждый раз вот он. О, ага, ага. Раньше я его просто обожал. Так, он за мной следит. Молодец. Ну и, в принципе, мы всегда в одном месте. В маленькое какое-нибудь место прыгаем. А там сидим на долгом притяжении. Так, блин, нам лучше вот сюда, конечно. Или сюда. Ну, в принципе, недалекое расстояние. Недалекое расстояние, поэтому пойдем сюда. И, блин, тут близко эти, и поэтому к нам часто будут приходить гости. Он деп взял. Вы видели? Деп. Вот, мне нравится вот так, как в замедленной съемке, типа. Блин, сейчас так не получится. Опять деп. Деповый чувак. Я думал, тут гораздо меньше. Нет! Я вот тут канистра. Я тебя завалю! Я тебя завалю кулаками, дебил! На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. О, нормаленько. И костюм Мишки. Сердце красавицы. Чтобы я ее подобрал. Да. Канистру. Ок. Дай канистру. Он его подобрал, гад. Я ее хотел подобрать. Ок. Давай. Вот канистру, да. И костюм Мишки, чтобы всех я привлекал. А знаете, вы скажете, да блин, ты сильно палевый в бело-черном. Вот ты дебил, тебя сразу спалят. Вы начнете это говорить, когда это видео большую часть моих подписчиков посмотрят. И вы начнете это точно делать. А я вам скажу. Давай, иди сюда. Я сейчас пукать буду. Тихо. Я ему запрещу выйти, и он пукнет. Я сейчас пукну. Все, я пукнул. Я пукнул. Пук. Мы прикалываемся так, потому что я дымовухами тупо не пользуюсь. Так, что у нас тут на балкончике завалялось? Завалялся снайперский прицел. Бери сюда. Нет, в принципе, карта мне часто нужна, поэтому уберись вот сюда. Так, в принципе, вот здесь нормально. А у меня... Так, сейчас напишу, что у меня снайперка. У меня снайпа... X, но он поймет как X. 3.
Включить голосовой чат. Саша, папа, ты где? Саша, включите голосовой чат. Наша канистра есть, дай канистру. Ок, пук. Не снайпа. Ого. Но он же знает, что это тупая снайпа. Ну ладно. В принципе, тут пока будем прятаться. Мы всегда так делаем. Я за бум-машинку. Вум, вум, как в, это в и ф сразу, вум, фум, вум, напишу, чтоб сразу. Так, а тут-то нифига, надо сюда заполнить одну штуку. Так, что он будет писать? Пандочка такая идет за машиной. Ок. Угу. Ага! А машина-то тут. Далеко ее и не было. Только видели, где эта машина и скрывалась. Бим-бим-бим, бим-бим-бим. Чё, ты думал, я от тебя на 500 метров примерно отойду? А вот фиг тебе поразвлекаться без... А я думал, айфошка Дэдпул уже кого-то вырубил. Ну, в принципе, нормально припарковал. Спускайся, дурак. За мной, за мной. Упал с большой высоты и серьезно ранен. И шо? Дядя мне... Так. Стоп, я повернулся только что. У меня глаза даже есть. Пандочки такой. Красивые пандочки. Стоп, я так и не посмотрел, кстати, когда мы в машине ехали. Как мы знаем, иногда снайпа помогает. Зона! Чтоб пандочку посмотреть. Ага, прик. А, то есть я думала, она полностью там, типа, дырки в глазах, но нет. Так. А, наших недавно, кстати, вырубили. Но мы от зоны, пожалуй, уедем. Ну и, наверное, включимся, да? Или вам интереснее полную смотреть? Я думаю, выключится пока что. Вот мы нашли, где... Ребят, мы нашли, где мы будем сидеть в засаде и все остальное делать. Жить, в общем, тут будем. О, рюкзак нормаленький. Мини-4. Ну, вместо дробаша возьму. Канистра. Напишу канистра. Канистра. Вот так вот. Пук-пук-пук. Так. Он когда... Еще. У меня канистры. О, ну гранатой я особо не пользуюсь, только Глеба бью, потому что своих можно убить гранатой. Поэтому она мне поможет. О, пуколка. Еще! Да что еще? У меня канистра.
Ры. Так, насколько я помню, машина тут стоит, да? Да. Да, тут. Так, ну пока мы просто пукнем. Спасите, я сам на себя пукнул. Высокий бросок. Ладно, мне она не нужна, а Глеба я сейчас особо бить не хочу. Так на всякий случай пукну. Что, дурак я, да? Ты кто такой? О, адреналин. Я нашел адреналин, это хорошо. Ну, наверное, вот это? Не, панда круч. А почему шлем-то? Ну, тогда вместо шлема вот это. Как переодеваться, напишите в комментах. О, я еще. Ой, блин. Где она? Она оттолкнулась. Уйдите, уйдите, запахи. Так, он что-нибудь писал? Ого. А, я за машиной фун. Фун. Вум. Больно в ноге. Больно. А, больно в ноге. Ок. Дядя, мне страшно. Ещё, ещё. Здорово, я зона. Пук, 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 пук. Канистра, еще канистра, пук. У меня 3 канистры, еще. У меня 4 канистры. Аптечку пожу. Ок. Вот всегда, когда играете с кем-то. Ну, белоутоляющему ему что ли дать? Ну, я не знаю. Я могу только белоутоляющее. И энергетик. Энергетик. Все, я, это все, что у меня есть. У меня больше нет. Даже бинтов. Блин, что он там пишет так долго, а? Аптечку пож. Ок. У меня больше нет даже бинтов. Он пока ничего не писал, он завис. Он вообще не вышел. Он вышел. Капец. Без него придется. Он, скорее всего, с кем-то по телефону разговаривает, и придется его охранять. Я думаю, что он тут завис. Либо кто-то позвонил, либо что-то плохое. Короче, пока мы его вынуждены охранять, ребят. Реально, он мне друг. И он всегда просит его охранять. Я его прошу охранять. Блин. Блин. Почему его тупо нельзя в машину запихнуть, а? Походу, он сам ходит. Так он же не на балконе. Я не угадал. Может, ты придешь, а? Я тебе тут... Стоп, он аптечку подобрал? А, не, я ее подобрал. Блин, ну я теперь его вынужден охранять. Прикольно.
Зона. Дядя больше не поможет. Иди в Попенцию. Вот где надо было жить. Вот тут хрущевки есть. Не, реально похоже на хрущевки. Блин. Пацаны, айсберг, я не хочу, чтобы он умирал. Придется ему умереть. А мне уехать. А либо у него, кстати, батарейка могла сесть. И очень плохо, что я его не смог забрать. Ну, ребят, вы сейчас будете это, типа, умер бы с ним, умер бы с ним. Блин, а если он вообще... Папа? О, он зашел. Он меня не видит. Он, наверное, сейчас смотрит, сколько метров между нами. И такой... Тут? Вжим-жим-жим. Я его тупо бросил за зону. Он что, не видит? Быстрее ко мне. Я тебя просто тут оставил, чтобы ты бомжевал. Видите, как все происходит? Вы еще думали, я его не заберу? Не, ну я бы его правда не забрал, если бы он сейчас не зашел. Почему он папа пишет? Он что, привык? Ладно. У меня села батарейка. Ну, я так и думал. Там тоже Зёня. Поедем, чудя. Нам надо, скорее всего, на тот остров, да? Там зона? Дом острове вроде. Нет? Вроде бы, как всегда, надо ехать к мосту и вот так вот закосить. И нас она... Сколько я помню. Но нам вообще, знаете, хватит столько этих канистр. Просто то, что до упаду. Этими канистрами нам до конца игры прожить. Во. Мне хватает одной канистры на всю игру. Даже если я машину тупо в начале найду. А тут 4 канистры, во мне. Там еще топливо, которое было в начале ролика, не закончилось, которое было уже в этом джипе. У меня до сих пор 4 канистры. Ну вот, у меня 4 канистры. То есть я сейчас буду заправляться, и у меня всего-то их станет 3. А этих канистр-то хватает не то, что там на минуту. И они редкие, и на минуту хватает. Такого с ними не бывает. Их хватает прям надолго-надолго. Вот ну, уже подходит к концу игра, а у меня еще одна канистра не кончилась. Вот сейчас вторая. Ну и то она столько же будет. Но мне эти 3 канистры не понадобятся, я думаю. Но все равно выкидывать я их и все другое делать с ними не буду. Игровая зона там. Впервые такое вижу, ну ладно. Чё, к мосту? Там зона. Сосисы! Сосисы. Ок. Кто не понимает, это те он штуки на... Бывает протухший сыр, а мы протухшие сосисы. Они уже приземлились, и там зона. Не очень охота туда ехать. Че он вообще в чате пишет, он тут?
Ах, два гада, у меня что же снайпа было? Ладно, всем удачи, всем пока.